Паршукова нету. Алло, Паршуков, чё ты там? Наверное, его нету. Всё. Нужно заехать в лагерь Орлов. Он придёт-то, придёт-то. Надо заехать в лагерь Орлов. Не уйдёт. Боже, какать хочется. Чё-то их нету. Его нет. Ну ладно, поеду в город. Обыщу его там. Надеюсь, не забыл я что-то закрыть. Не забыл? Фух, не забыл. Надо взять машинку. А мы пока вон, мы скажем, вот вот на сене игрались. На сене лежали, играли. И пытались прыгать даже. Так. Вот так идет по своим делам. О! Это Паршуков звонит. Алло, Паршуков, где ты там? Я не знаю. Наверное, это маньяк из метели. Меня сбил какой-то клетки. Он заходил в сарай. Я как-то из ючи. Точно, это же маньяк. Я припаркуюсь пока. О, ключи. Let's go. Ой, класс. Ну зачем останавливать? Что-то он какой-то тупой стал. После треска. После того, как я его разбил. Да блин, что за него? Завтра я приезжу. Это что? Завтра я приезжу. Паршуков, я завтра приеду. Не переживай, потом я тебя открою. У меня вроде бы инвентаря нет. У меня в инвентаре нет маски. Маски. У меня этой маски в инвентаре нет. Это первая маска. Первая? Так, первая это же тыква. Осталось только наш... Заново я играю. Чтобы получить этот костюм доктора. Врача. Главное... Ай, это дурная... Сигнализация? Ну да. Так. Добра. Не, у него... Не, такую же тюрьму, как и Адель, посадили. Да я завтра приеду. И спасу. Только не попадайся маньяку в глаза. А то он тебя... Как и с ними. Пойду посплю. Завтра. Быренько. А как? Посмотрим. У меня есть ключи от этого здания. От этой сарайки. Сделаем вид, что ничего такого не было. А я закрыл дом свой. Но только не так закрыл. Лучше бы взять вилы и через Франка.
И через танк оттуда добились шурвью. Но мы пока пока его не было, мы там спали на сене. Спали. Вот запер свой домик. А я запер свой дом. Ну все, он ушел. Придется еще раз шуметь. Надо найти еще гараж. Ура! Ура, ключ-ручка. Ключ-ручка. Давай, закрывайся. Осталось только открыть этот гараж. Ну все, сделал вид, что мы тут так Юджин любит валяться в ноте. И пытались как-то лампочку достать руками. Манечело. Ай, чёрт. Ой. Он так себе шумит. У тебя что, 13-14 айфон в Роблоксе? Дмешь его в руки. Я хочу... Да, тебе скинуться на зеркало. Так, ай. Открываем, выключаем. Ну, я тоже думаю, что отличное. Так, и теперь посмотрим, что в шкафе. Пусто. Пора поспать. Так, а я пока... Ну, хоть я запер свой дом, а завтра... А то какие-то грабители придут и обворуют. Ну, я хоть запер двери на электронный замок. Лампочка. Ну, как... Давай. Так. Ай, чёрт! Ай, чёрт! Что это было? Так, ставим. Я думаю, молотком можно. Ну всё. Так. Ну, всё. Ой, я застрял. Ладно, не будем играться. Блин, там пусто. Блин, там пусто. О, есть еще там могут спрятать ключи. Вот ключик от той сарайки. Надо ждать утра. Надеюсь, тебе не ломятся. Ломятся. Надеюсь. О, отвертка. Нужна для этого, для этой бочки. Откручиваем. Так, включаем. Хрупкая ваза говорит. Нужно ее чем-то разбить. Но это равно шуму. Так, не забудем закрыть дверь. Не забудем закрыть. О! Я уже поставил елочку. Так, а пока быстренько код пароль посмотрю. Код. Получаю новости. Роблокс новости. И тут нужно найти. А завтра пора... Так, сильно. Надо повыключить свет.